Шпилькозабивной пистолет Трасти ПТ-635. Работает с микрошпильками и микрогвоздями до 35 мм. Соответственно, имеет мягкую насадку, которая позволяет прижимать с любой силой к материалу и не бояться ставить вмятину от носа. И также есть в комплекте вторая насадка. Здесь есть специальные такие пазы, чтобы насадка надевалась, защелкивалась, никуда не девалась. У носика, у верхней крышки есть функция простого снятия и простой чистки. Ослабляем вот эти два болта, сдвигаем крышку вперед. И если у нас здесь застряла шпилька, мы просто ее удаляем. Дальше аккуратно одеваем обратно носик, затягиваем болты. Нет необходимости ничего долго раскручивать и разбирать. Есть поясной крючок. Здесь также, как у предыдущей модели, выхлоп сделан снизу, что делает ее очень тихой. И есть курок безопасности. Пока не отожмем пальцев курок, то есть на основной курок нажать не сможем. Так, подключим, посмотрим, как она стреляет. Давление от 4 до 6 атмосфер. Заряжаем микрошпильку. Здесь есть окошко, видно, когда микрошпильки заканчиваются. Вот у нас здесь дубовая деревяшечка. Раз. Готово. Теперь я заряжу микрогвоздик, чтобы посмотреть, есть ли какая-то разница в следах при забивании. Соответственно, вот сюда вот. В целом дырки практически одинаковые. Микрогвоздик, наверное, на тонких поверхностях будет держать получше. Но это мы отдельно рассмотрим в другом видео и сравним, как они будут держать. Инструмент работает очень тихо, очень аккуратно. За счет того, что у него есть силиконовая насадка, можно не бояться. Я вот сейчас давлю с достаточной силой, но никаких следов от носика не остается. Если бы я давил, скажем, без этой насадки, мы видим, здесь остаются следы от верхней и нижней пластиночки металлической. Вот для этого, собственно, нужен мягкий носик. Хороший инструмент для того, чтобы монтировать наличники, раскладку и прочие декоративные элементы из дерева.